Почтеннейшие леди и джентльмены, здравствуйте. Гиппиус, Зинаида Николаевна. Изнемогаю от усталости. Душа изранена, в крови. Уже ли нет над нами жалости? Уже ли над нами нет любви? Мы исполняем волю строгую, как тени, тихо, без следа, неумолимою дорогою идем неведомо куда. И ноша жизни, ноша крестная, чем далее, тем тяжелей, и ждет кончина неизвестная у вечно запертых дверей. Без ропота, без удивления мы делаем, что хочет Бог. Он создал нас без вдохновения и полюбить, создав, не мог. Мы падаем, толпа бессильная, бессильно веря в чудеса, а сверху, как плита могильная, слепые давят небеса. Всем спасибо.